мечтаю, чтобы у всех были мама и папа. А я мечтаю, что никто не болел. Чтоб дедушки операцию делали, и он не болел. То, что наши дети в семье, это и есть чудо. Действительно, дети должны быть в семье. Фонд Рената Ахметова действительно делает большую работу. Много проводится курсов, тренингов. Вот, и за это как бы огромное спасибо, за что есть такая поддержка. Очень хорошо, что есть такие люди, которые делают такое дело, помогают, поддерживают. Радует, что на протяжении такого большого времени человек работает, двигается и виден результат.